Волшебный ларец раздает подарки. Новый проект от нашего телеканала Че «Набережные Челны» активно вручает призы тем, кто угадал, что спрятано в ларце. Холдинг СТВ Медиа решил продлить праздничное настроение челнинцев и после 11-дневных каникул начал вновь дарить подарки. Волшебный ларец – что это такое, как в него играть? Об этом наш следующий репортаж и его первые победители. Что может быть проще угадать, что спрятано в сундуке, шкатулке или, как в нашем случае, в волшебном ларце? Ежедневно такую миссию мы возлагаем на наших дорогих телезрителей. Для этого нужно услышать объявление о теме дня и тут же отправить свой вариант ответа на WhatsApp по номеру 904-718-05-77. Первый верно угадавший получает приз. Я в основном смотрю регулярно новости и... В конкурсе я участвовал буквально первый раз, отправил сообщение в WhatsApp, да и все было очень просто. Ну, первое, что пришло в голову, там, написал. Я узнала об этом из Instagram, об этом конкурсе, и просто случайно решила написать. Я даже не думала, что я угадаю, просто попробую. Для меня это была большая неожиданность, что так вот со второго раза удастся угадать. Некоторые участники настолько прониклись игрой, что думают о вариантах ответа и ночью, и днем. Например, одно из победных сообщений пришло аж в 7 утра. Примите к сведению. Я проснулся, и это сразу в голову идея пришла, сразу отправил. А в целом фантазия телезрителей не знает границ. В теме «Хозяйки на заметку» челнинцы предположили, что в ларце может уместиться холодильник или кухонная плита. Но независимо от темы, телефон редакции всегда переполнен сообщениями, что доказывает, новые загадки задаются не зря. Изначально мы смотрим, что туда войдет в этот сундучок. Да? Темы придумываем коллективно, темы у нас довольно-таки простые, которые связаны с повседневной жизнью. Ну и далее смотрим, какой предмет можно туда положить. Ну, например, это были водительские права в понедельник. Партнер проекта – магазин сантехники «Водолей», а спонсоры выигрышей – вы сами. Не упустите шанс получить приз. Волшебный ларец на Че «Набережные Челны» до 29 января. Загадки в рекламных блоках. Ответ на вопрос, что в ларце, в финале каждого выпуска программы «Челны-24». Любовь Захарова, Ради Ганеев, Тагир Бекметов, «Челны-24».